пока где-то есть нефть, там есть я. Я люблю нефть. Нефть — я. Мне очень жарко. Представляешь, у меня просто пекло. С голым пузом не пойдешь, как-то не солидно. Короче, а что за очки? Это пикри вообще. Короче, мы сегодня вышли на улицы города. Okay. На людей посмотреть, себя показать. Короче, мы сегодня приехали в лофт-проект «Этажи». Это такое бывшее хипстерское местечко. Ну, сейчас там тусуются ребята, кто приезжает, кто живет, молодежь, там все остальное. Девчонки ходят в юбках. А мы сейчас будем ловить всяких прикольных людей. Ты вошла в тьму. Ребят, и спрашивать у них о том, сколько стоит мой лук. Я заранее подготовилась и узнала. Куртка стоит 2499, шорты стоят 1500, 599 рублей стоит топ. Это прям спортивное такое бельишко. Кроссовки Calvin Soul пока не продаются. Очки тоже наши вообще-то. 599 рублей. Мы нашли первую жертву, да. Мы нашли первую жертву. Полюбей. Что делаете? Хотим поиграть. Да, давайте. Что поиграть? Что-то хорошее, душевное прям. То, что ты хочешь, после того, как ты выполнишь задание. Давай. Как тебя зовут? Ника. Ника, а я Вика. Почти я думала, ну что, все какая-то высокая, я не ожидала. Что я попросила бы ее посетить? Короче, на самом деле все очень просто. Как ты думаешь, что ты стоит на мне? Вот просто посмотри на меня. О, боже мой, на что я наткнулась? Давай я получу, вот Аня ответит. Ее зовут Аня, и она теперь. Я просто как бы музыкально сказала. Ты просто три. Вот так. Я просто... Сколько? 1100. Так, хорошо, то. 800 рябчиков. Так. Шорты? За сколько? За 1000. Давай так, рост должны быть самые дорогие. Ну, короче, давайте вот за сколько, вот сколько денег за все, что на мне надето? Вот вы как думаете? Давай пусть будет 12. 12 тысяч. Короче, ребят, скажите, сколько стоят вещи на мне? Ну, как тебя зовут? Соня. Соня, а я Вика. Говори, сколько стоит на мне вещи. Ну вот эту вот майку я видел в секонде рублей за 100. Куртку да? Я такую так. же могу купить рублей за 200. Так. Я мастер по этим. Я тоже. По дешевым покупкам. Ты из Петербурга? Мне скорее я куплю такой же прикид. Нам не о чем больше разговаривать. Мне сказали, что надо. Попиши кем в камеру, пожалуйста. Я не расслышал вопрос, что. Мы пошли в самый хипстерский район, и здесь реально люди, которые одеваются просто в секондах. О, ну слава богу, ты так хоть не будешь нас ругать? Представляешь, пришли на съемку, и нас тут уже на три буквы послали. Участвуешь в нашем опросе со своей цветовой картой? Можно глянуть, что там? Гармония, цветовые схемы. Короче, Кать, все очень просто. Нужно сказать, как ты думаешь, сколько стоит лук на мне. Забит? Да. Мне кажется, ну, где-то в районе 15. Самое дорогое. 4500. 5000 с очками. Без кроссовок. Кроссовки пока не продаются, но с кроссовками, я думаю, в районе восьмерочки. Ну и хорошо. Блин, ты сейчас как? Ты сейчас в Гонконге. Что, пойдем к тебе? Да. Да? Да. Ну пойдем, конечно. Здрасте. Нужно очень просто сказать, сколько стоит на мне вещи, как вы думаете? Топ-сезон. Да. Топ-сезон. Да. Полторы. Да. One, two, three, three. Я спрашиваю, сколько стоит на мне вещи. Это такое вещь. Сложно сказать. 10 тысяч 30? Да. Супер. Все вместе, учитывая, что я каждую вещь по отдельности называла. Я не знаю, сколько вместе. Будет 10. Спасибо. Мы просто на работе, на самом деле. Да.
А ты можешь сказать, сколько это стоит вещи на мне? Вот просто как ты думаешь. Можешь говорить, что ты вот, если ты считаешь, что 500 рублей, говори 500 рублей. Вот все вместе вообще. Как ты думаешь, сколько стоит? Ну, это шорты 1,5-2, кроссовки, ну, до 3000. Да. Кофта, я не знаю, в районе 1000. Топ. Ну, короче, типа 1500 рублей, это сколько у нас получается? 3000, да? Плюс 3 это 6000, и очки сколько? Вот очки это вообще, это такая вещь, что я не знаю. Загадка. Это загадка. Мне кажется, у Генри надо что-то спросить. Генри нужно что-то спросить? Да. Почему спросим? Может, посадим его? Откуда ты? Аляска? Аляска? Парень, ты меня так сильно ранил, медленно и без правил. Ну зачем ты так со мной? Удачи. Ну что, следующий уровень. Ребята, привет. Поучаствуйте в нашем эксперименте. Пойдем дальше, хоть не поставим. Короче, мы закончили на сегодня. В основном все давали цены больше, чем есть на самом деле. Да, мой лучок 4500. 2,5, 600 рублей и 1500. Ну все. Что, пока? Пока. Пока.